Всем привет, с вами канал Сет, и сегодня мы будем делать новую реакцию на песню Rammstein Du Hast. Честно, не знаю, почему решил выбрать эту песню из этой группы, просто мне хочется поделиться этим песней с вами. Rammstein, наверное, все знают от малого до большого возраста, да что все, короче, можно сказать, знают, и песня в том числе. Не удивляюсь, почему у меня будет замазано видео или картинка будет вставлена в видео вместо клипа, то что здесь очень сильно банят. Что ж, давайте перейдем к видео, то сделаем какие-нибудь после этой песни. Блин, помню этот клип еще в детстве по телевизору, по всем каналам показывали. Такие еще все молодые здесь, сейчас уже все старые. Но понятно, возраст уже у них не тот, чем был раньше. Блин, классная песня все-таки. Хорошо, что сколько лет прошло, все равно песня в сердце остается. Du hast mich. Du hast mich. Du hast mich gefragt. Du hast mich gefragt. Und ich hab nichts gesagt. Клип песня классный. Что ж, ребята, только посмотрели клип, офигительная песня, охренительная группа. Если читать по некоторым данным, что после этой песни Rammstein известны стали по всему миру, стали не просто уже классная группа, уже великая, легендарная, если читать по некоторой информации. Кто не в курсе, эта песня, клип был выпущен в 90-м году, но все равно это по атмосфере, по клипу, это очень классная песня. Эту песню уже слушали и вообще везде, по радио, по метро, на улице, даже...
по автобусам, по троллейбусам, короче, везде этот трек был слышен, на что даже шутили, даже на них пародию делали. Ну что, охренительная песня, охренительная группа. Мне нечего ничего говорить, просто я не удивлен, что Рамштайн после этой песни, хотя они еще раньше должны были, как по мне, уже быть известны только с этой песни. Классная песня, мне понравилась. Не удивляйтесь, если будет видео замазано или просто картинка будет сами с клипа. Зарамов просто банят YouTube очень сильно. Тоже, ребята, вот вы посмотрели мое видео. Спасибо, что смотрите, ставьте лайки, подписывайтесь. С вами не прощаюсь. Пока. Thank you.